Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, а это уже 30-й выпуск Quick News. И чтобы это отметить, у меня здесь пополнение. Monopoly, тот самый, о котором я так долго мечтал, наконец-то он у меня есть, но об этом подробнее я расскажу в рамках моего видеоблога, который скоро выйдет на этом канале. А пока давайте перейдем к новостям, которые, напоминаю, посвящены музыкальному оборудованию и музыкальным плагинам, вышедшим за последние 2 недели. Итак, давайте начнем сразу с первой новости. Поехали! Начнем с нового ревербератора от компании OK Multimedia, который в рамках их большого набора плагинов T-Rex анонсировал новый плагин, который воссоздает различные комнаты, и Chambers, и Plate очень известной студии из Алабамы, называется Fame Studios. И, собственно, плагин точно так же и называется. И, как я уже упомянул, он добавляется в коллекцию T-Rex от IK Multimedia и представляет собой этот плагин воссозданные импульсы комнат, уникальных комнат этой студии. Там есть несколько эхо-камер, собственно, две студии, студия А и студия Б, где писалось много музыкантов известных за, ну, сцены Алабамы. Если вдруг вы не знали, можете почитать про эту студию, довольно такая известная студия. И также они добавили туда эмуляцию плейта от EMT, который тоже есть на этой студии. И все снималось с разными микрофонами, с разными режимами, то есть можно поиграться с настройками реверберации и получить то самое вот живое, настоящее звучание. Очень круто подойдет для музыки, ориентированной на такое вот живое аналоговое звучание в духе 20 века, для рок-музыки, для соул-музыки, для поп-музыки. Ну и, в принципе, можно везде, где угодно применять. Довольно интересный плагин, его регулярная стоимость будет в районе $150, но пока что по открывающей цене она доступна в районе $130. Так что переходите по ссылке в описании, если вам интересен этот плагин. Компания Wave совместно с Solid State Logic переосмыслила свой плагин, который эмулирует консоль SSL 4000E. Довольно популярная консоль. Напомню, что у Waves уже довольно давно вышел пакет SSL, в который в том числе входила первая версия этой консоли в двух вариантах. Также выходили отдельно SSL-компрессор и SSL-эквалайзер. И вот тут Waves решили выкатить новый апдейт, ну точнее совсем новый плагин, который также добавляется в этот пакет SSL для тех, у кого он есть. И, соответственно, как заверяют сами разработчики, они совместно с инженерами из компании Solid State Logic переосмыслили некоторые элементы, добавили дополнительные возможности в секцию эквализации. Например, появился так называемый Brown EQ, возможность переключения типов эквализации с разных консолей, чтобы добавить, например, больше сатурации на звук, если это нужно. В целом, это та же SSL-консоль, если вы ей пользовались. И напомню, есть у многих разработчиков есть своя SSL-консоль. Но у Waves она довольно давно появилась, и вот они решили вот такой сделать некий апдейт. Я уже попробовал, так как у меня есть набор SSL плагинов, и мне досталось там по очень-очень-очень такой символичной цене этот плагин, просто чуть-чуть докупить нужно было. Я, естественно, его сразу попробовал, довольно интересно звучит, так что если вам интересно это звучание, также переходите по ссылке в описании на сайте Waves. Напоминаю, сейчас идет такая предчернопятничная суматоха, и там очень многие плагины отдаются довольно дешево, и в частности этот плагин отдельно стоит больше $200, по-моему, а сейчас его можно взять там за $30-$40. А если у вас есть уже какие-то продукты Waves, то по всяким купонам, скидкам можно взять еще дешевле. Я, по-моему, взял его вообще за $20. Так что довольно интересное приобретение, если вы любите звучание аналоговой консоли у себя в компьютере. Roland продолжает нас радовать обновлениями. В прошлом выпуске мы говорили о том, что они добавили JD800 синтезатор в их облачный сервис Roland Cloud в виде цифровой копии. А сейчас они анонсировали свою серию Boutique. Кто не знает, это такие мини-синтезаторы, которые абсолютно полностью аналоговые и схемотехникой повторяют свои классические приборы. У них есть и Juno 106, у них есть и Jupiter 8 и разные драм-машины. Все в таком очень компактном корпусе, довольно интересные синтезаторы. И вот в линейку этих синтезаторов серии Boutique они анонсировали тот же самый JD800, только уже аналоговую версию, и мой безумно любимый, который у меня есть в моей коллекции, тут рядышком стоит, JX8P, это тоже такой классический синтезатор из 85 года, я им постоянно пользуюсь, почти во всех моих личных продакшенах моих песен
я его использую, потому что он просто незаменим, он волшебный по пэдам, по лидам, по каким-то заполнениям, шикарный инструмент. И вот решили про него вспомнить. Честно говоря, я не помню, есть ли он на подписке Roland Cloud, давно не проверял, может быть, его и туда добавляли. Но вот в виде бутиковой версии для меня это было удивлением, что они про него вспомнили, потому что, ну, инструмент довольно, конечно, культовый, но не сказать, что супер дико популярный. Вот, и у нас еще можно его найти там на Авито и на каких-то барахолках в плюс-минус хорошем состоянии. Мне повезло, вот несколько лет назад я его прикупил. Но все равно им требуется обслуживание. Не все далеко в идеальном состоянии. Их было не так много, не так прям они были популярны, как тот же самый Juno. Но он гораздо дешевле, если брать вот старичка 85-го года. Ну а сейчас с серии «Бутик», соответственно, этот синтезатор станет еще более доступным. Так что следим за обновлениями. Roland говорят, что они поступят в продажу уже в начале 2022 года, то есть где-то в январе. Так что будем следить за новостями. Behringer продолжает анонсировать новые девайсы. На этот раз это не синтезаторы, а девайс, предназначенный для записи вокала, причем полностью в аналоговом, скажем так, обустройстве. То есть это некий channel strip. Для тех, кто знает продукцию от компании DBX, у них очень много таких channel strip'ов. Например, 286 preamp, довольно популярный, который создан, собственно, для записи вокала. Там есть встроенный компрессор, встроенная сатурация, эквализация, деэссер. И все это, то есть вы можете прямо у себя в рековом девайсе все обработать и уже записать такой подкрашенный, подобработанный сигнал, с которым гораздо проще работать. У меня есть 386 преамп, ламповый тоже от DBX, и я им очень люблю пользоваться во время записи вокала. Можно настроить действительно очень приятный звук, и там компрессия очень такая приятная, тоже мягкая, довольно хорошо срабатывает. И вот, собственно, Behringer анонсировали, точнее, UV-1, тоже такой вот преамп аналоговый, которым будет также секция компрессии с различными режимами, в том числе с сатурацией сигнала. Конечно же, будет деэссер, будет фильтр, будет такой окрашивающий сатуратор, скажем так, если брать их преампы от компании Midas, которая является частью Behringer. И, соответственно, все это поставляется в таком рековом девайсе. По цене будет более бюджетно, конечно же, чем тот же самый DBX. Но я уверен, что для каких-то project студий и для музыкантов, кто вот прям занимается записью голоса, будет довольно интересный прибор. Так что переходите по ссылке в описании, читайте спецификации, возможно, этот прибор вам подойдет. Друзья, вы давно просили нас, и мы это сделали. Самое выгодное предложение специально для вас. Представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы Logic Pro Help. Причем как к уже вышедшим курсам, так и к тем, которые появятся в будущем. Как это работает, спросите вы? Все очень просто. Вы приобретаете определенное количество курса кредитов, 30, 50 или сразу 100, за фиксированную сумму, а потом по запросу обмениваете их на интересующий вас курс. Мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции, а доступ к нему останется у вас пожизненно. При этом вы сами решаете, в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы. Вы можете сразу запросить все, что уже было выпущено школой Logic Pro Help на данный момент, а можете запрашивать порционно, оставляя часть кредитов на будущие курсы. Все максимально гибко. Вы смотрите и изучаете только то, что вас интересует. При этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс. Кстати, пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку. Переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее, как это работает, а также узнайте о подарках, которые ждут каждого купившего пожизненный доступ. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. Напоминаю, что у нас сейчас ноябрь 2021 года, и в преддверии Черной пятницы все производители и разработчики стараются как-то объединиться, делать кучу скидок. На том же портале Plugin Boutique сейчас очень много доступных скидок и пакетов от различных разработчиков, но некоторые выпускают плагины в общий доступ, то есть раздают их бесплатно до ограниченного времени. И в данном случае Brainworks отдает свой плагин Master Desk. Это такой плагин все в одном, который предназначен для быстрого мастеринга, довольно удобный. Там есть и компрессия, и лимитер, и сатурация, и возможность подправки частот по общим полосам, то есть низким, средним и высоким. То есть довольно полезный плагин для какого-то быстрого мастеринга на лету. То есть если вам нужно демку, например, отмастерить, чтобы ее спокойно послушать где-нибудь в машине, то очень полезный плагин, просто его ставите на мастер, и в нем прям можно нарулить уже такой
финальный мастер по звучанию. То есть там есть и компрессор, как я уже сказал, для пампинга, там есть и лимитер, там есть и сатурация, если не хватает в самом миксе, и есть возможность подкрасить общую частотную характеристику. Также довольно интересный плагин, отдается абсолютно бесплатно до 24 ноября, так что переходите по ссылке в описании и забирайте свою копию, очень классный плагин. Продолжая тему бесплатных плагинов, Wave совместно с Reason объединились и предоставили свой плагин Berserk Distortion абсолютно бесплатно для всех подписчиков сайта Reason. То есть, если у вас еще нету аккаунта на сайте Reason, просто переходите по ссылке в описании к этому ролику, регистрируйтесь, и вам на почту придет код, который нужно будет активировать на сайте Waves и получить в свой аккаунт на сайте Waves бесплатную версию Berserk Distortion. И к тому же, если у вас уже есть аккаунт у Reason, не отчаивайтесь, вы также можете просто залогиниться, то есть перейти по этой же ссылке, залогиниться уже в существующий аккаунт и там также нажать кнопку «Получить свой вот этот вот код для добавления плагина Waves себе в коллекцию». Так что я себе его добавил, потому что я его и не думал приобретать, но бесплатно почему бы и нет. Так что у меня в коллекции есть тоже этот плагин, поэтому забирайте свою версию. Ну и, наконец, бесплатные сэмпл-паки от компании Slay Digital. Напомню, те, у кого есть подписка, эти паки были, в принципе, всегда доступны. Но для тех, у кого еще нет подписки на Slay Digital, вы можете прямо сейчас, до 1 января, успеть и забрать все 16 сэмпл-паков от Slay Digital, которые посвящены, каждый из этих паков посвящен тому или иному жанру музыки, той или иной тематике музыки, скажем так. То есть у них, например, есть аналоговые драм-машины тоже записанные, сэмплированные довольно качественно, есть всякие лупы от различных продюсеров для там, танцевальной музыки, для трэп-музыки, хип-хоп-музыки. Так что достаточно просто зарегистрироваться на сайте Slay, то есть создать аккаунт и скачать в своем уже аккаунте эти 16 сэмпл-паков. Поэтому, если вам это интересно, также переходите по ссылке в описании и забирайте свои сэмпл-паки. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Еще раз поздравляю вас с 30-м выпуском Quick News. Напоминаю, что на нашем канале выходит не только Quick News, а еще и другие видео. Также есть очень много видео по тематике Logic, по работе с Logic, различные ответы на самые частые вопросы по тем или иным функциям. Также есть уроки из наших полноценных курсов. Поэтому смотрите, если вы новичок на нашем канале, переходите. И, конечно же, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. У меня здесь также выходит периодически мой видеоблог, в котором я рассказываю о своей музыкальной деятельности, о выступлениях с разными коллективами, о моей студийной деятельности. И сейчас я готовлю выпуск, посвященный всем моим девайсам и моей новой студии, куда я переехал. Я прям хочу все детально вам показать и рассказать, поэтому оставайтесь на связи. И, конечно же, вступайте в наш закрытый клуб и присоединяйтесь к нашему телеграм-чату, где мы постоянно на связи, обмениваемся опытом, обмениваемся теми же самыми скидками и подарками от различных производителей плагинов и просто обсуждаем оборудование, работу в Logic, отвечаем на вопросы и так далее. Я там всегда на связи, поэтому также переходите по ссылке в описании к этому ролику и присоединяйтесь. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!